محمد محمد الصلاة والسلام. Наш путь — это сохбет, и в собрании заключено благо. Бисмиллахи рахмани рахим. Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Сура 59, аят 7. Onu alın, onu ondan istifade edin diyor Allah Azze ve Celle. Аллах Азза ва Джалла велит нам следовать религии, шариату и тому, что принес нам наш святой пророк, мир ему. Берите и извлекайте из этого пользу, говорит Аллах Азза ва Джалла, и воздерживайтесь от запретного. Священный Коран — это слово Аллаха, это его предписания и советы людям. Это путь добра, и наш святой пророк, мир ему, показал нам этот путь. Следуйте его пути, делайте то, что делал он, и что он велел вам делать, и сторонитесь того, что он запретил вам делать. Почему Аллах говорит нам это? Olsun, arkasına gitmeyin, onu yapmayın diyor. Для того, чтобы люди извлекали из этого пользу для себя. Все эти приказы и запреты даны для блага человечества. Аллаху Азза ва Джалла ничего не нужно. Он — Создатель. Поскольку Он ни в чем не нуждается, люди должны понимать, что это нужно для их же блага. Есть некоторые глупые люди, которые идут против Аллаха. Они причиняют себе вред. Когда они совершают плохое, это возвращается к ним обратно. Поэтому Аллах, Азза ва Джалла, и посылал пророков к людям для их же пользы. Kendine zarar veriyor, kendine eziyet veriyor. Все, что они говорили, является добром и пользой для людей. Противоположностью этому является шейтан. Он хочет для людей только плохое. Поэтому тот, у кого есть ум, следует этим путем. Глупые идут другим путем. Şeytan da her türlü kötülüğü insanlığa ister. Onun için aklı olan они думают, что они умные. Они не выполняют того, что велит им выполнять Аллах, и не сторонятся запретного. Даже при том, что они делают вид, что они умны, на самом деле они совсем не умные. Умные люди — это те, кто следует истинному пути и хотят, чтобы их конец был хорошим. Пусть Аллах сделает нас из числа таких людей, иншаллах. Пусть Он позволит нам следовать хорошему пути и убережет от плохих путей, и их зла, иншаллах. Ва амин Аллахи ат-тауфик. Аль-Фатиха.